По данным оперативного штаба, в Саратовской области зафиксировано 1232 случая заражения коронавирусом. За сутки такой диагноз подтвердили у 64 местных жителей. В лидерах по числу пациентов на 12 мая – Саратов, на втором месте – Энгельский район, на третьем – Краснокутский. Среди больных 30 человек с неустановленным источником заражения. Больше всего пациентов в возрасте старше 60 лет. Все больные и контактные лица находятся под наблюдением врачей. На трассе в Саратовской области опрокинулась фура с картоном. Авария произошла в Лысогорском районе. Об этом сообщает портал ЧП «Саратов». Водитель КамАЗа перевозил упаковочную бумагу и картон. Причины инцидента выясняются. В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Спасателям пришлось извлекать мужчину из искореженной фуры при помощи специнструментов. Пострадавшего госпитализировали. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о пилотном проекте и конкурсе на разработку концепции развития территории Саратовской агломерации. Видеозапись обращения спикера опубликовали его сторонники в соцсетях. По словам Вячеслава Володина, на проектирование уже выделены деньги. Речь идет о застройке Саратова, Энгельса, Саратовского и Татищевского районов. Также речь идет о проектировании будущей застройки территории старого аэропорта, Глебучего оврага, Соколовой горы, Зеленого острова. Работу по подготовке проведут совместно с муниципалитетами. На обсуждение будут выноситься положения и предложения, рассказал Володин.